Пострадал из-за беспечности родителей. 10-летний ребенок получил травмы в аварии, которая произошла на трассе М7. Как сообщили в ГИБДД, автоледи на Киосит выехала на встречную полосу и столкнулась с внедорожником Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадали 3 человека, в том числе 2 детей. На заднем сиденье Киосит находился 10-летний мальчик. В нарушение правил дорожного движения он перевозился не в детском кресле, а с использованием адаптера FEST. В результате ребенок получил травму брюшной полости. Госавтоинспекция в очередной раз призывает автомобилистов не экономить на безопасности детей и перевозить их только в специальных удерживающих устройствах.